Одинцовские единороссы проверили стадион в 8-м микрорайоне Одинцова. Инспекция прошла в рамках проекта «Здоровое будущее» и подведения предварительных итогов реализации программы «Подмосковье. Территория перемен». Этот спортивный объект пользуется спросом у местных жителей. Здесь есть все для активного отдыха. Беговая дорожка, многофункциональная площадка и зона воркаута, раздевалки. Есть ряд замечаний по содержанию и благоустройству. Информация будет передана в профильное подразделение администрации Одинцовского округа, сообщил депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Максим Ганин.